Меня зовут пастор Андрей Кузнецов, и сейчас я настоятель храма Святого Петра Немецкой Евангелической Лютеранской Церкви. Мы, как всегда, в конце весны или в начале лета вспоминаем о наших детях. Конечно, мы о них помним всегда. Мы помним, что дети – это наше будущее. Но сегодня лукавый делает свое дело. Сегодня наш институт семьи под реальной угрозой. Гендерная идеология сейчас очень жестко продвигается в наших учебных заведениях, во всех институтах нашего общества. К сожалению, это прискорбный факт, и следование за учителями того, что гендерная идеология – это хорошо, это нарушает монополию Бога на творение. Господь Бог создал человека как мужчину и женщину, а все остальное от лукавого. Лукавый прикрывается полуправдой. Не зря его называют обезьяной Бога. Дорогие братья и сестры, наши дети – это самое ценное, что может быть. И в наших силах научить детей ценностям, которые уже существуют не одно тысячелетие. Берегите ваших детей, и пускай Господь обильно благословляет ваши семьи. Благословений вам Божьих и Его любви.